Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то я добрался до нового нашего героя. Не знаю, Шиара, хер его знает, как его назовут. У нас герой очень-таки интересный. Он уже 200 уровня. К сожалению, я вчера не знал, что будет обнова. Ну, надеялся, будет на следующей неделе. И 300 какашек слил, поэтому мы сейчас его прокачаем. И агментируем на первую эволюцию, а потом я уже его на максималку вечером прокачаю, чтобы не растягивать видос. Вот такой он сборочка у нас 10-10. Поставил ему ремку для PvP режимов. В чем его, скажем так, отличие? Поставим ему, давайте, грубую силу. Он один раз бьет, заряжается и потом все время заряженный. То есть это вообще как-то, ну не знаю, что-то новое для битвы замков. Будем тестировать, смотреть на него. По жизни, если сравнивать, например, вот Повелитель Бури у меня есть 173 тысячи. Ну, это уже эволюция. Так. Сейчас кто там у меня без эволюции? Вот Арктика. И Арктику тоже мы эволюционировали. Вот Медуза есть. Медуза 40 тысяч жизни. У него 87. То есть он как такой, скажем, ну нормальный танк будет на максималке. Довольно-таки неплохо будет смотреться по ХП. Вот смотрите, он там... Ну, я думаю, он будет жирный. Особенности урона дохренища. Не знаю, там вылетает со всех его рук. Так потестировал немножко. Также, я так понял, у него идет отражение 50%. Не знаю, или оно будет сочетаться с огненной защитой. Если да, то это вообще будет очень жестко. Давайте сейчас его так вот посмотрим. Вот блокируется арой. То есть от ары сейчас включится. Ну вот включился один раз и сдох. Ну пока он слабенький. То есть заблокировать его можно. Ну имеет кучу иммунитетов. Иммунитет к стану у него. Вот он включился. И смотрите, сейчас будет раздавать просто. Даже под арой он все равно бьет. Он бьет все вокруг. То есть все и герои, и здания, и юниты. И вот идут отражалки от него 43-44, то есть 50% у него отражение идет. Ставить ли ему каменку? Не знаю, посмотрим. Будет тоже интересно на это посмотреть. Вот так вот он умер. Убился, в общем. Ну вот такое. Очень интересный герой. По локациях, думаю, будет тащить. Правда, единственное, не знаю, какую сборочку ему еще сделать. Ну, я его сейчас соберу на урон, чтобы посмотреть, что там у него будет вылетать интересное. Ну, сейчас он 80-100 тысяч вылетает. Это просто герой без эволюции. Так, ладненько. Давайте сейчас возьмем фон. Я уже немножко подкачался. Вот он фон. 150 и 40 этих, и можно забрать фон. Взяли фон. Сейчас его использую. А ни хрена, это не тот. Жесть. А какой же это фон? А, подождите, мы, наверное, его не забрали. Нет, в принципе, забрали. Сейчас посмотрим. Использовать. Это обычный фон. В общем, прозрали мы кучу плюшек, но это в принципе все фигня. Также можно, как видите, получить кучу других плюшек. Вот такие вот типа тортики праздничные. Ну, тут такое падает. Ну, тоже попробуем. Вот можно скины получить. Вот это очень хорошо. Без доната смогут собирать скины. В этом, ребята, очень большой плюс. То есть вы можете себе... Вот смотрите, по 5. Да сколько можно скинов нахреначить себе. Но единственное, надо пропускать будет подземочки. Я с подземок, с пропуска подземок набрал. Вот 7, 8. И это дают причем по 5 штук. И сейчас мы на малышанике
посмотрим и пойдем дальше тестировать. Так, 13-15, у меня не хватает пятерок. Давайте на малышенике идем делать эволюцию, агментацию и дальше тестировать. Так, где этот мелкий? Вот малышник. Вот такие у него параметры. Смотрим, 10 штук надо и 560 кгшек, насколько я понял. Ну тогда мы не будем особо спешить. Вот, а дальше 15 штук. Так, а что у нас? Смотрим, какие у него статы поменялись. Не хочу особо тратить здесь кгшки, это на основе уже можно будет решивать. Вот, у него выросли параметры, этих два параметра, которые идут, но я думаю, дальше будет еще какие-то открываться. Ну, давайте еще разок. 840 кгшек плюс 75. А, вот еще, видите, по 15 добавилось. Короче, можно будет нормально статы повышать героев за счет скина. Это вообще круто. Жесть, короче. Короче, нормально надо будет сидеть и фармить скины. Хорошо, что я их не продавал. Ладно, поехали дальше. Вот такой у нас герой. Делаем ему эволюцию. У нас какашки есть. 263 книги забрали. Окей. Открываем. Качаем ему аугментацию. Так. Откачали, поехали дальше. Как видите, силушка у меня по чуть-чуть растет. Так, окей. Есть. Плюс 243 силы. Так, что у нас по чарам? Плюс одна клетка. Ну, пусть будет пока плюс одна клетка. Потестируем. Я пока сейчас ему соберу крит по возможности, чтобы он включался, или уклонение собрать. Ну, в принципе, уклонение толку ему. Если он дамагер, то лучше пусть уже будет дамагером. Потом, если что, переделаем. Интересно посмотреть на его все-таки урон. То есть нам крит лучше собрать, так как у него нету еще 12 скилла не открыт. То пока потрешуем. Так. Ну, что-то криты в последнее время здесь вообще не падают. Вчера тоже ролил. Крит сопротивления падает. Ну, спасибо, спасибо. Так, крит урона ставим. Сейчас пока так соберем, потом уже, когда будем по полной его уже будем, определимся, что ему ставить. Уже протестируем. Так, это уроны нам не нужны пока. Жесть просто. Ни хрена толкового не падает. Так, вот крит подъехал. То есть можно будет бездонатным за пропуска. Поэтому надо будет копить пропуска сейчас. И кто накопил, в принципе, сможет быстренько собрать. И довольно-таки неплохо. И скины, то есть для бездонатов возможность отличная, я считаю, это супер. В этом молодцы. Плюс обновы есть. То, что они, конечно, запилили ее так быстро, вот это минус. Так, я вчера одни видео делал для вас. Пришлось сегодня полностью всю тематику поменять. Отложить китаку. Должны были нагибать на архидемоне. Так, вот так вот урон, крит. В принципе, атакующий вариант есть. Давайте заберем книжечки. Так. Артефакты поставим ему топорик. По талантику. Давайте сейчас поменяем. Ну, давайте с гневом, потом поставим другие талантики, потестируем. Так, где он у нас с эволюцией? Вот. Сейчас быстренько до 180-го его догоним книжечками. А там дальше уже я буду прокачивать отдельно его, чтобы время не занимать.
Так. Давайте посмотрим. Вот он на эволюции вот так вот выглядит. Ну, красивая анимация у него смотрится вот это. Так, смотрим. Ну, 82. Да, жестко он лупит. Конечно, сливается пока. Что у него по жизни? Ну, надо жизни увеличивать. Но 127 тысяч уже, в принципе, неплохо. Дамага, конечно, у него немерено. Так, ладненько, давайте по Бырику. Качаем ему 10-ю звезду и идем тестировать талантики для него. Так, смотрим. Живучий еще живет. У него, кстати, отражение неплохое. Смотрите, Рину затоптали. Неплохо, в принципе. Так, окей. Поехали дальше. Так, нужны КГшки нам. Ой, КГшки, говорю, значки почета. 150 тысяч. В принципе, больше возьмем. Нам все равно еще качать и качать. Так, окей. Ну-ка, сейчас хочу Бигфуту сразу не забыть. Слить. Надо будет еще Бигфута докачать. В общем, работы хватает. Так, где там он, наш новый герой? Так, 10-10 делаем ему. Вот так вот. Не будем заморачиваться. Вот 10-я звезда у него есть. Давайте такую сборочку сейчас потестируем. В рейдах, в подземках. А потом немножко его изменим. Так, ну тут запустим. Вот он включился. Ну, смотрите, как. В принципе, урон держит. Вот мне нравится, его там дебафают, а ему пофиг, у него этот автопрок его вот работает. Вот смотрите, он бегает, и он себе автопрокает, и причем круто очень. То есть раз включился, и все, и пофиг. Дамажит он максимальное здание. Вообще жестко. Вот два здания. Три, четыре здания. Ну, не знаю, это реально очень интересный герой будет, особенно для битвы гильдии, потестируем его там. Вот ратушу. 145 тысяч. Ну, неплохо. Давайте ему сейчас вот так вот сделаем. Открываем коробочки. Так, ярость, в принципе, не надо. Еще одна каменная кожа. Что-то мне сегодня на каменку прет. Так, 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 так. Где моя Ирина? Тут огненка. У меня там с огненкой один уже есть прокачанный. Поставим ему каменку. Поехали, еще пооткрываем. Пойдем дальше тестировать. Так, смертельный удар никому не нужен. Просвещение. О, что ж оно раньше не выпало. Так, отлично. Давайте теперь качаем ему каменку. Вкачаем, потестируем сначала с каменкой, а потом я все-таки думаю ему поставлю уже на максималке бастион. Так, давайте вместо этого поставим сюда лучше ангела. Этот, конечно, питомцы еще не докачаны. У меня не хватает КГшек. Так, поставим ему сейчас рунами, чтобы он сразу включился ремочку. И пойдем тестируем его в забытой битве. Вот наша забытая битва. Так, вот есть, так, создать команду.
Вот мы его ставим одного. Давайте против Анубиса тут попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй. Попробуем, я его последнюю пачку поставлю. Ладно, эти сейчас затащат, следующую попробуем. Ну, очень интересный герой. Конечно, это не Акникрыл, у которого уже 12-й скилл будет. Я тоже его прокачаю, покажу вам. Там просто жесть будет. Но тоже очень интересно побегать с ним. Так. Давайте вот этого какого-то, чтобы мы могли его первым протестировать. Ну, смотрите, как повыносил. Ну, тут Фрея, конечно... Хотя, смотрите, Фрея получает урон, еще плюс отражалка. Он практически ушатал Фрею с второй эволюцией. Фига себе. Жестко. Я думаю, это очень интересный будет герой. Не знаю, сколько там за раз он бьет. Если он бьет по 6 ударов стабильно, то это просто жестко. Если один на один герой встретится, останется. Так, ну мы можем, кстати, в этом сезоне. Так, давайте против хранителя. За 1000 зашагнуть первый раз. Ой, тут жесткие какие-то герои. Ну вот он включил дамаг. Смотрите, нифига себе. Да ладно. Он практически их ушатал. Это просто жесть. Один против пачки. Ну вот скажите, что это не топовый герой будет по урону, по дамагу. Самое главное, ему просто включиться и подбежать к цели. Все. Дальше уже там просто не имеет бешеный дамаг вылазит. Интересно, интересно. Это очень интересно, ребята. Так, есть. Кто там у нас следующий какой-то комбо? Давайте на него нападем, посмотрим. Вот интересная пачка. Нас сейчас могут, конечно. Да, вот собрали. Энергия у него не забирается, видите? То есть энергию у него не смогли забрать. Вот он включился. Ну, дамага, блин-то. Жесть, нам бы немножко сюда, конечно, отхило. И он просто ушатает. Смотрите, как он героев посносил. И урон держит, в принципе, неплохой. Он у нас собран с каменкой. Я думаю, с каменкой интересный, отличный вариант будет. Можно, надо будет, конечно, и с бастом еще потестировать. Но каменка тоже как вариант. Однозначно можно оставлять. Так, давайте шатайте их, красавчики. Интересно, интересно. Ну, радует обнова, честно говоря. Выпустили интересного героя, нестандартного, как все остальные. Потому что там... Так, давайте обновим кого-то другого, посмотрим. Давайте вот этого. Так, что тут? Тут его, конечно, череп сейчас ушатает. Смотрите, какой дамаг. Да ну нафиг. Смотрите, что он делает. Это жесть, ребята. Он просто пачку нахрен вынес. Я в шоке. Однозначно будем делать вторую эволюцию, тестировать, бля, потому что это реально жопа какая-то будет. ПВПшный герой, конечно, ему надо подбежать, но не знаю. Я считаю, отлично. Вот так вот, вот такая вот, ребята, у нас сегодня была сборочка. Я его уже докачаю на максималку. Подумаю, каменку оставлять, не оставлять. Но это реально просто жесть. Это вот такой вот герой. Вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь. Ждите следующего видосика. Всем пока.